В нашем городе продолжаются мероприятия по обеспечению полевчан доступным и комфортным жильем. Сегодня на территории Полевского в этом направлении работают сразу несколько целевых программ. По словам заведующей отделом жилищной политики и социальных программ Елены Мухачевой, только в прошлом году в рамках муниципальной целевой программы обеспечения жильем молодых семей социальные выплаты на общую сумму 3 миллиона 224 тысячи рублей получили 4 молодых семьи. Всего же с начала прошлого года число участников программы увеличилось на 87 семей. В этом году по муниципальной целевой программе смогут улучшить свои жилищные условия еще как минимум 4 семьи. Еще одним из значимых направлений работы жилищного отдела является у нас работа в рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села» до 2013 года. В ходе реализации указанной программы была проведена большая работа по обеспечению граждан сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, жилыми помещениями. На 1 января 2013 года в списках участников программ стоит 9 молодых семей. Две семьи, одна семья из категории граждан села и одна семья из категории молодые специалисты, получили социальные выплаты на сумму 2 миллиона 389 тысяч, в том числе из средств местного бюджета 160 тысяч. В 2013 году планируется, что еще две молодые семьи смогут улучшить свои жилищные условия. Еще одно направление – это предоставление финансовой поддержки молодым семьям на погашение основного долга и процентов по ипотечному кредитованию. Так, в 2012 году социальную выплату в размере 648 тысяч рублей получила одна молодая семья. Если говорить о мероприятиях года текущего, то здесь нужно отметить, что 2013 год является заключительным для реализации еще одной муниципальной программы. А именно, в этом году на территории Полевского городского округа завершается переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. Так, в рамках реализации данной программы жители 4 домов поселка Зюзельский и 2 домов по улице Хохрякова уже в первом квартале 2013 года получат новое комфортабельное жилье. Не остается без внимания многодетные семьи. В соответствии с областной целевой программой развития жилищного комплекса Свердловской области, социальные выплаты для обеспечения жильем предоставляются молодым семьям фондом жилищного строительства. Администрация Полевского городского округа продолжает работу по приему необходимых документов от полевчан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. По всем вопросам можно обратиться в отдел жилищной политики и социальных программ по адресу: улица Свердлова, 19, кабинет номер 14. Приемный день четверг с 13 до 17 часов. Татьяна Усынина, Константин Миронов. Новости нашего города.